Правила городского благоустройства обсудят на публичных слушаниях, а хоккейная команда «Родина» все-таки готовится принять участие в главных соревнованиях сезона, несмотря на банкротство. Об этом и многом другом в рубрике «Короткой строкой». Что изменить в правила городского благоустройства обсудят публично. Городские власти примут предложение на публичных слушаниях. Они пройдут 26 октября в 16 часов в здании мэрии. В правила уже предлагается внести новые разделы о содержании дворов и доступности городской среды. Ознакомиться с проектом документа можно на сайте администрации. 11 тысяч кировчан приняли участие в субботниках. Городские власти подвели итоги осенней уборки. Больше чем за месяц на территории прошли 1200 субботников, в ходе которых собрано и вывезено почти 5000 кубометров мусора. Школа в микрорайоне Урванцево почти готова. В самом здании ведутся отделочные работы, а вокруг ведется благоустройство территорий. Во дворе школы будет разбит сад с деревьями. Готовность объекта 80%. Окончание строительства и введение в эксплуатацию запланировано на конец года. Хоккеисты «Родины» одержали первую в этом сезоне победу. Во время выездных сборов в Нижнем Новгороде кировские спортсмены встретились с местным стартом. Правда, не основным составом, а только с дублерами. Товарищеский матч закончился со счетом 8-3 в пользу «Родины». Стоит отметить, что хоккеисты все-таки готовятся принять участие в соревнованиях среди команд Суперлиги. А на кировском стадионе уже началась заливка льда.